Всем здорово, пацаны. Итак, наш турнирчик продолжается, начинается второй этап. Первый этап закончен, начинается второй. И моя группа С сыграет с пацанами с группы номер А. К сожалению, я пропустил игру с Иглом и уже доигровки не будет. Как-то не получилось нам сыграть. Поэтому у меня только за 6 игр 9 очков. Один не сыгранный матч, 3 победы и 2 поражения. Пока что ничьих, ребятки, в этом турнире у меня не было. Ну и сейчас буду играю с Пашкой из Шапкина. Да? С Пашкой Шапкина. Или это не Пашка из Шапкина? Это другой Пашка. Короче, с Пашкой я играю, ёпта. Так. Здесь так ударим. Надеюсь, что он не прошьет мои ворота. Не попал. Это называется не попал. Ну тут бей, как не ударь, все равно мяч влетит в ворота. Да ладно. О, вот это называется не фартануло. 1-0. 1-0, такой какой-то нелепейший получился гол. Повели. Тютюрку забью, нет? Да, да, забил, нифига себе. 2-0, ребят, первую карточку забираем очень быстро. И это хорошо. 1-0. Я повел пока с Пашкой. Бля, реванша же нету, бля, я его не добавил. Давай, Пашка, кидай, братишка. У меня, когда кидается, написано «Роман Сайфутдинов». Видели? В чем прикол? Пашка Ромашка Сайфутдинов. Сегодня постараюсь сыграть матч. Матч от 3 вообще все бы хотел сегодня сыграть, но по-любому все не смогут сегодня зарубиться. Андрюха, походу, на работе. Но я напишу всем в личку. Пашка мне первый написал. Сегодня по максимуму надо сыграть. Ну, а потом доиграю, когда после дневных выходные будут. Ну, что, в тютюречку будем пробовать? Красивый гол. Пум-пум-пум, блядь. А если бы сильнее ударил, вылетел бы, интересно. Нихуяс. Ой, блядь. Че сделал? Эй, блядь, 1-0 я проебываю. Что я сделал, дипадят-то просто, дипадятся. Бля, он такой должен забить, по идее. Да, 1-1. Быстро у нас так, без углов так игра. Тык-тык-тык, гол, тык-гол, тык-гол. Быстренько все проходит на лайте. Ну что, тютюрин номер 2 получится? Нет, в этот раз не смог я по этой красивейшей линии пройти. Ну а сейчас... Да, 2-0! 2-0! Ну что, одно очко уже есть. Это очень хорошо. Давай реваншик еще.
Ведь роман Сайфутдинов написано. Ха-ха-ха, нифига. Чё за бред? Чё, третья катка, 2-0 пока ведём. Этот тур до 21 декабря, ребятки, длится, за который вы должны сыграть 6 матчей с группами, которые написаны в телеге. То бишь, в этом туре играет группа С против группы А, группа Б против группы Д. Ну и потом останется 21-го. Ребятки, уже там будет тур до Нового года. Нифига себе, прикинь бы, залетел такой. Там уже будет до Нового года. И уже в Новом году начнем плей-офф. В январе начнем плей-офф нашего турнирчика. Забьешь такой пашка. Блять, красиво. Но не забил. Блять, я не забил, сука. Да, блядь, просто на волоске. Нужно было отправить линию ворот. Бля, забьем такой. Да, 1-0. В этой группе Вульф. Мы с Вульфом еще сыграем. Нифига ж себе, бля. Вульф, Андрюха Сайгасанов, Алексей. Больше не помню, кто там еще. Ну, с Вульфенштейном это вечная битва. Мы с ним очень давно не играли ни на видос, ни вообще в турнире. Ну что, залетит красотуля, нет? Нифига себе, вот эта банка залетела, вы видели, в такую чучурину, ебать. 3-0. Набираем 12 очков, ребятки. 12 очков. А, все. Все, Пашка, спасибо за игру, братан. Ну, блядь, голы, конечно. Вот этот гол, конечно, в тютюрин, это было очень красиво. Ну что, ребят, первая игра с группой А закончена. Это первая победа. Всем пока. С вами был Рома Н.